А спустя несколько дней в физкультурно-оздоровительном комплексе собрались уже лучшие волейбольные команды районов Ярославской области на турнир под названием «Открытое первенство Угличского района», посвященное 64-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все матчи проходили в упорной и бескомпромиссной борьбе. А по итогам первенства тройка призеров выглядела так. Первое место – Ярославский район, второе место – Тутаевский и третье – Угличский муниципальный район.